И я покажу самое простое и очень-очень вкусное блюдо из судака. Филе судака, лучок, помидорчик, чесночок и, конечно, соленые огурчики, сливки, масло. Наливаем маслица, буквально чуть больше столовой ложки. Мы кидаем чесночок, буквально 2 зубчика чесночка. Но ни в коем случае мы его не жарим. Вот лучок засыпали, никуда не спешим, никого не жарим. И теперь помидор. Помидорчику начинает немножко шкварчать. Мы должны это все дело припустить. И выкладываем рыбку. Теперь мы добавляем приправы итальянские. Добавляем именно соленый огурчик. Вот сверху последний штрих – сливки. Чем жирнее сливки, тем вкуснее рыба. Я немножко добавляю огня. Нам надо, чтобы закипело. Начали бурлить. Уменьшаем огонь на минимум. Берем крышечку, закрываем нашего судачка и ждем 15 минут. Все. Самое простое и очень-очень вкусное блюдо из судака –